И сейчас летит атаковать. Ой, какая передача от Теодора. Дошла ему. Это даже не Теодора, это прошлый сезон в Униксе. То, что он уже работал с Димитрисом Привтисом. Нес до конца мяч Павел Антипов, но его заблокировал. Чтобы играет Джордан Морган. Не успевает вернуться к своему оппоненту. А Крис Куманже, у него еще и длиннющие просто руки. Сбросил так своего оппонента фейком и забил. Крис Куманже! Еще раз. Он оторвет кольцо, мне кажется. И сейчас дает темп этой быстрой атаки. Джамар Смит забивает с дистанции. И плюс 19 становится. И все же не добил этот мяч. Немножко, казалось, упустил его на дриблинг. Готов Витковских! Вперед на постер соперников! Что за данк? Вот это да! Это претендент на момент недели. Клименко и проспавший бэкдор Джамар Смит. У Уникса как раз таки на подборах очень здорово побороться, мы это прекрасно знаем. Шакич попытался мяч спасти, но отдал его Нейту Уолтерсу. Уолтерс не пожадничал, и Георгий Шбанов рук вколачивает сверху, но, по крайней мере, Нейт Уолтерс записал себе в статью. А Теодора принимает решение идти до конца, на нем фол и считать, показывает Сергей Михайлов. О, американ. Проблема. Карл Уайт получает внизу и ответный данк. Не заставил себя долго ждать. Ну и, конечно, ответим казанцам.